19 января в Доме культуры станицы Сиверской прошла мобильная приемная губернатора Краснодарского края. Прием граждан провели специалисты администрации и органов исполнительной власти региона. Кроме того, для жителей организовали встречи со специалистами краевых ведомств в режиме видеосвязи. Общались с населением и представители муниципальной власти. Глава Сиверского района Андрей Дорошевский, его заместители, главы городских и сельских поселений. Жители обращались с самыми разными вопросами – благоустройство территории, работа служб жилищно-коммунального хозяйства, медицинских учреждений. Я 8 лет добиваюсь, и не только я, вся Сиверская, и особенно наша улица, инициативная группа. 8 лет добиваемся очистки реки Убыль. Конечно, проблема в нашей поликлинике. Вот в поселке у нас не хватает терапевтов. И вот я бы хотела бы все-таки спросить, уточнить, еще не уточняла этот вопрос, хотела бы спросить, что вот решается в этом плане, потому что, ну, сами понимаете, люди болеют, и обращаться нужно и необходимо. Поэтому я вот хотела вот этот вопрос тоже уточнить, потому что людей в поликлинике очень много. Формат работы мобильной приемной не теряет своей актуальности. Для жителей муниципалитетов это возможность быстро получить помощь по насущным вопросам. Сотрудники мобильных приемных стараются решить проблему на месте или перенаправляют заявление в профильное ведомство. Я вообще считаю, это отличный формат. Приезжают, начинают связываться с тем, с кем необходимо. Вот мы даже с нашим главой администрации пообщались, Николаем Викторовичем, нормально, хорошо пообщались, не можно конструктивно что-то решить, какие-то проблемы. Поэтому я считаю, что должен быть такой формат обязательно. И чем чаще будут приезжать с Краснодара, тем, наверное, лучше будет решаться проблемы здесь у нас в глубинке. Мобильная приемная администрации Краснодарского края работала в Сиверском районе в течение 4 часов. За это время от жителей поступило 99 обращений.